Установлены лица, планировавшие теракт на концерте Киркорова в Дагестане. Слушание по делу прошло сегодня. Диверсия планировалась в мае 2017 года. Четверо дагестанцев изготовили бомбы, которые должны были взорвать на концерте певца, но не смогли пройти через концертную площадку из-за охраны. Они обвиняются в организации либо участии в террористическом сообществе, а также незаконном изготовлении и ношении взрывчатых устройств. Первым трем фигурантам вменяют прохождение обучения для террористической деятельности. Один из них утверждает, что планировал не теракт, а убийство певца. За это ему якобы известный артист Максим Галкин предложил 2 миллиона рублей. Насколько соответствует действительности, органы предварительного следствия, я считаю, все-таки они не проверили, они не опросили всех соответствующих лиц. А что касается Казуева, Казуев на сегодняшний день от своих показаний не отказывается, также придерживается тех показаний, которые он дал. То, что в отношении Киркорова был заказное, и в последующем он отказался от совершения преступления, побоясь, что могут погибнуть много мирных людей. Южный окружной военный суд перенес его слушание на 30 января, чтобы адвокаты ознакомились с материалами дела.